Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие уважаемые зрители! Сегодня здесь, в зале церковных соборов, вас приветствует музыкальный проект «Имена на все времена» и мы, ведущие сегодняшнего вечера. Конечно, вы узнали заслуженная артистка России Татьяна Судец! И мой соведущий, лауреат международных конкурсов Иван Ильичев! Дорогие друзья, вот сегодняшний концерт – это особенный, потому что все песни, которые прозвучат, и мы их услышим, написаны на стихи одного и того же человека. И имя этого человека, имя этого поэта мы сегодня не раз с большим удовольствием будем произносить с этой сцены. Его имя вошло в историю советской песни в 70-е, 80-е, даже в 60-е годы. Песни на его стихи звучали буквально из каждого окна. Их пели любимые звезды того времени. Людмила Сенчина, Иосиф Кобзон, Валерий Ободзинский, Анна Герман, Майя Кристалинская, Як Йола, Валентина Толкунова. Вы, наверное, обратили внимание, что сейчас прозвучали имена легендарных и любимых в нашей стране артистов, чьи голоса остались в той далекой эпохе и в наших сердцах. А сегодня эти песни продолжают жить и снова их поют. И сегодняшний вечер, дорогие друзья, подтверждение тому, что песни на стихи этого выдающегося поэта продолжают жить. И это песни, и это стихи на все времена. И мы приветствуем вас сегодня словами этой главной песни, которую он сочинил, песни, которая вошла в заглавие сегодняшнего вечера, словами «Мы желаем счастья вам на вечере, на юбилейном вечере, посвященном 90-летию со дня рождения выдающегося поэта-песенника нашей страны Игоря Шафирана». Каждая песня на стихи Игоря Шафирана – это добрые, доверительные слова. Каждая песня как будто адресована лично тебе. Вот как, например, песня, которая откроет наш вечер. Музыка Яна Френкеля, стихи Игоря Шафирана. Для тебя, для тебя, для тебя. На сцене Николай Рябуха. Для тебя, для тебя, для тебя самым лучшим мне хочется быть. Все земные пути я готов обойти, все моря я готов переплыть. Ты поверь, ты поверь, ты поверь, я сумею всем сердцем любя с неба звезды достать, чтоб единственным стать. Для тебя, для тебя, для тебя будет радость ярче летних радуг, и не злыми сразу станут зимы. Сколько было на земле любимых, но сумею я любить сильнее. Для тебя, для тебя, для тебя мир прекраснее сделаю я, и рассвет и зарю я тебе подарю, громче петь попрошу соловья. Ты поверь, ты поверь, ты поверь, я сумею всем сердцем любя с неба звезды достать, чтоб единственным стать. Для тебя, для тебя, для тебя буду имя твое повторять бесконечно, бесконечно. Буду слушать опять и опять я слова твои. Только вечной должна быть любовь, только вечной, только вечной. А иначе зачем, а иначе зачем столько ждать любви?
для тебя, для тебя, для тебя. Самым лучшим мне хочется быть. Все земные пути я готов обойти, все моря я готов переплыть. Ты поверь, ты поверь, ты поверь, я сумею всем сердцем любя с неба звезды достать, чтоб единственным стать для тебя, для тебя, для тебя. Дорогие друзья, добрый вечер. Мне очень приятно быть сегодня здесь, и вдвойне приятно получить цветы лично от Ани Шоферан, дочки Игоря Давыдовича Шоферана. Спасибо огромное, Аня. Есть множество легендарных поэтов, но поэт Игорь Давыдович Шоферан будет в наших сердцах, его песни звучат и будут звучать еще столетия. Так, например, следующая песня, я уверен, останется в наших сердцах надолго, и мы ее поем изо дня в день. Музыку к этой песне написал Юрий Антонов в 1983 году. Наверное, вы уже догадались, что за песня, нет? Но я напомню, там есть такие слова: «Пройду по абрикосовой, сверну на виноградную». А вы знаете, что Игорь Давыдович Шоферан родился в Одессе, и очень многие улицы, как раз название улиц взято из города Одессы. Давайте споем ее с вами вместе, друзья. Есть улицы центральные, высокие и важные, с витринами зеркальными, с гирляндами огней. А в небе рейни шумные, милей одноэтажные, от их названий ласковых становится светлей. Пройду по абрикосовой, сверну на виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давнее ведут меня они. И может на сиреневой, а может, на каштановой, а не на этих улочках у нас на Луговой. С любовью встречусь первою, негаданно, нежданная, и вновь бродить до полночи я буду сам не свой. Пройду по абрикосовой, сверну на виноградную, и на тенистой улице я постою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давнее ведут меня они. Есть улицы центральные, высокие и важные, с витринами зеркальными, с гирляндами огней. А в небе рейни шумные, милей одноэтажные, от их названий ласковых становится светлее. Поем все вместе. Пройду
сверну, и на тенистой улице я постою в тени. Зеленые прохладные, как будто мне страдавние, ведут меня они. Еще раз пройду, сверну, и на тенистой улице я постою в тени. Вишневые, грушевые, зеленые, прохладные, как будто в детство давние ведут меня они. Огромное спасибо. Николай Рябуха. Всем хорошего вечера, друзья. Молодцы, очень хорошо поете. Браво! Спасибо, спасибо. Многие из вас наверняка помнят фильм под названием «Три дня в Москве». Юная героиня, которую играла Наталья Варлей, исполняла в этом фильме песню, которая после выхода фильма на экраны зажила собственной жизнью. Музыка Эдуарда Колмановского, стихи Игоря Шафирана в соавторстве с Леонидом Дербеневым. «Одна снежинка, еще не снег». Поет финалистка телепроекта «Ну-ка все вместе» Екатерина Бродская. Ты говори мне о любви, разговор напрасно начат. Слова я слушаю твои, но ничего они не значат. А дальше все вместе. Может быть, на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. А теперь вы можете. Одна дождинка, еще не дождь. Когда-нибудь, но не теперь, придет любовь, чтоб стать судьбою. Придет, как ливень, как метель, еще не дождь.
первый, может, ты. Одна снежинка, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь, может, ты. На свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Спасибо. Ваши аплодисменты Екатерине Бродской. Аплодисменты, цветы и прекрасное настроение от песен Игоря Шоферана. Екатерина Бродская. Спасибо. В 70-е годы имя Игоря Шоферана входило в тройку ведущих и самых популярных поэтов-песенников Советского Союза. Леонид Дербенев, Михаил Танич, Игорь Шоферан. В 1971 году на экраны Советского Союза вышел фильм «Тени исчезают в полдень», в котором впервые прозвучала песня, которую спустя годы даже выдвигали на песню, достойную стать гимном нашей страны. Композитор Леонид Афанасьев, написавший музыку к этой песне, был военным летчиком. За годы войны он совершил 116 боевых вылетов, выполняя особо важные задания. Там, высоко в небе, из кабины пилота он смотрел на бескрайние просторы нашей страны. Видел, как его самолет отражается в безбрежных синих озерах. Об этом впечатлении он рассказал своему другу, поэту Игорю Шоферану. И так родилась эта великая, легендарная песня «Гляжу в озера синие». Я думаю, что аплодисменты должны сейчас набирать еще большие обороты, потому что в нашем вечере эту песню исполняет необыкновенная певица. Певица, для которой эта песня была написана. Певица, чей голос звучит в этом фильме «Тени исчезают в полдень». Первая исполнительница этой легендарной песни. Народная артистка России Екатерина Шаврина!
Екатерина Шаврина. Спасибо большое вам. Спасибо. Благодарю вас. Благодарю вас. Спасибо. Очень вам благодарна. Спасибо. Всего доброго. Приятного вечера. Спасибо, Катенька. Спасибо большое. Автору спасибо. Спасибо. Одна из самых трогательных и пронзительных песен на стихи Игоря Шаферана. Это песня композитора Владимира Микули «1 апреля». В 70-е годы эту песню записал на грампластинках Валерий Ободзинский. А на нашем вечере эту песню поет Дмитрий Прянов. Там, где я живу, это мне приснилось или наяву. Волосы поглажу, за руку возьму, лишь тогда поверю счастью своему. Еще деревья спят под снежной тяжестью, еще кружатся белые метели, а мне все кажется, что ты вдруг скажешь 1 апреля. Как праздник ждать, и приходит радость, и уходит грусть, и поверить счастью я опять боюсь. Еще деревья спят под снежной тяжестью, еще кружатся белые метели. Дмитрий Прянов. Спасибо.
Спасибо большое. Дорогие друзья, абсолютно достоверно известно, что за одну из песен поэт Игорь Шоферан получил весьма особенное и специфическое признание. Песню похвалили за улучшение демографической ситуации Советского Союза. Песне уже больше 30 лет, она по-прежнему актуальна и в наши дни. Музыка – композитор Эдуард Ханок. Стихи Игоря Шоферана. «Я у бабушки живу». На сцене детский музыкальный театр «Домисольки». Встречаем! Папа с мамой ходят в гости к нам. Сразу поднялось, правда? Ой, а вот сейчас, дорогие друзья, вы услышите одну из ранних песен на стихи Игоря Шоферана. Эту песню пела неповторимая и незабываемая Майя Кристалинская. Музыка композитора Аркадия Островского «Возможно». На сцене заслуженная артистка Татарстана Юлия Зиганшина. У рояля заслуженный артист России Виктор Фридман.
что где-то на улочке тихой грустит вечерами мечту затая. Возможно, кассирша, возможно, ткачиха, возможно, студентка, возможно, швея. Замечательный парень, бродить одиноко он тоже не рад. Возможно, механик, возможно, полярник, возможно, строитель, возможно, солдат. Возможно, пути их сойдутся. Так часто бывает на этой земле. Возможно, в Одессе, возможно, в Иркутске, возможно, в Тамбове, возможно, в Орле. Тревожно, и звезды подарят им ласковый свет. Возможно, возможно, конечно, возможно, в любви ничего невозможного нет. Невозможного нет. Сейчас прозвучит песня, которую Ян Френкель и Игорь Шоферан написали специально для Аркадия Райкина. Конечно, это песня «Добрый зритель в девятом ряду». Глаза закрываю и вижу на окраине маленький зал, где на сцену впервые я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно слова перепутал, я споткнулся у всех на виду, только «Браво!» кричал почему-то «Добрый зритель в девятом ряду». Ах, как все изменилось на свете с тех далеких и памятных дней. На бульваре вчерашние дети сами возят в колясках детей. Изменилась одежда и танцы, песни новые нынче в ходу. Но таким же, как прежде, остался добрый зритель в девятом ряду.
тебя с первого слова, будто к сцене еще не привык. И в начале антракта я снова в ледол положу под язык. Может, все мне забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь? Добрый зритель в девятом ряду. Ну что ж, дорогие друзья, такой островок камерной музыки нам подарила заслуженная артистка Татарстана, наши гости из Казани, Юлия Зиганшина. У рояля заслуженный артист России, знаменитый Виктор Фридман. Спасибо большое. Ну и раз, дорогие друзья, мы с вами очутились на этом островке камерной музыки в нашем концерте. Песни, особенные в этой части нашего вечера, продолжают звучать. И я хочу произнести имя одного из композиторов, с которым сотрудничал поэт Игорь Шафиран, и столетие которого в этом году будет отмечаться. Это удивительно тонкий, проникновенный лирический композитор Павел Айданицкий, из-под пера которого, композиторского пера которого, вышли многие популярные, замечательные лирические песни, и многие из них созданы на стихи поэта Игоря Шафирана. О их сотрудничестве можно говорить много, но лучше на эту сцену сейчас пригласить талантливых, любимых, невероятно любимых в нашей стране артистов, которые эти песни для вас исполнят. Самый любимый, самый романтичный, самый лирический дуэт Советского Союза и нашей России. Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев. Спасибо большое. Мы начнем с песни, которую записали в 80-м году. Как давно это было. Страшно произносить даже эти цифры. На фирме «Мелодия». Запись была, на которой присутствовал Игорь Давыдович. Мы дружили с ним, пели очень много песен на его стихи, но самые любимые споем две сегодня. Первая – Павел Айданицкий, стихи Игоря Шафирана «Ты погоди». Добрый вечер. Ну, я что-то должен был сказать? Обиделся. Здесь каждый дом найдем, хоть глаза завяжи. Где-то за тем углом детство вдаль бежи. Ты погоди, погоди уходить навсегда. Ты приводи, приводи, приводи нас сюда. Иногда детство мое постой, не спеши. Погоди, дай мне ответ простой, что там впереди? Что-то случилось вдруг в этот день, в этот час, словно хороший друг покидает нас. Ты погоди, погоди уходить навсегда. Ты приводи, приводи, приводи нас сюда. Иногда детство мое постой, не спеши. Погоди, дай мне ответ простой, что там впереди. Будет спешить рассвет, будет снег, будет дождь. Только прошедших лет больше не вернешь. Ты погоди, погоди уходить навсегда. Ты приводи, приводи, приводи нас сюда. Иногда детство мое постой, не спеши. Погоди,
дай мне ответ простой, что там впереди. И еще одна. Браво Игорю Шеферану. Еще одна из наших любимых песен на стихи Игоря Шеферана. Музыка Павла Айданицкого. «Раздумье». Звон хрустальных родников, небо высота. Очень жаль, что на земле мы живем не вечно, но останется навек эта красота. Очень жаль, что на земле мы живем не вечно, но останется навек эта красота. Я смотреть в твои глаза рада бесконечно. Я хотела б голос твой слышать вновь и вновь. Очень жаль, что на земле мы живем не вечно, но останется жива вечная любовь. Но останется жива вечная любовь. А потом придет пора думать о судьбе. Очень жаль, что на земле мы живем не вечно, но хотим оставить ей память о себе. Очень жаль, что на земле
Татьяна Рузавина, Сергей Таюшев. Спасибо, спасибо большое, спасибо, спасибо. Как прекрасно, когда есть такие певцы и хорошие песни. Правда? Вы знаете, Игорь Шафиран написал немало стихов, которые стали прекрасными детскими песнями. И вот сейчас в нашем концерте премьера. Композитор Эдуард Ханок, «Лягушачья песенка», «Ква-ква». На сцене юные участники нашего концерта, театр-студия «Непоседы». Непоседы, спасибо вам, лягушечки-квакушечки, спасибо, спасибо большое, спасибо. Ой, люблю лягушек. Наш следующий гость познакомился с Игорем Шафираном на студии «Мелодия» во время записи и во время художественного совета, а вот впоследствии они не раз встречались.
И это всегда были очень радушные и веселые встречи, наполненные юмором, смехом, анекдотами и, конечно же, новыми стихами. И вот на одно из стихотворений Игоря Шоферана наш следующий гость написал музыку. Так и родилась песня «Сто свадеб». На сцене певец и композитор Михаил Муромов. Не скрою, но друзей немного жаль мне, и все же я за них безмерно рад. А год на свадьбы выпал урожайный, а друга видеть гостям все хотят. Пишу на свадьбе я без остановки, когда поют, я громче всех пою. Но хочется в подобной обстановке, чтоб кто-нибудь заметил грусть мою. Но хочется в подобной обстановке, чтоб кто-нибудь заметил грусть мою. Я 100 свадеб отгулял, я счастливых поздравлял, 100 женатых у меня теперь друзей. Я 100 свадеб отгулял, всех весельем удивлял, но когда же погуляю на своей? А музыка звучит на всю округу, а у невесты только есть подруг, и верится, что эта свадьба друга закончится 101-й свадьбой. Вдруг и верится, что эта свадьба друга закончится 101-й свадьбой. Вдруг я 100 свадеб отгулял, я влюбленных поздравлял, 100 женатых у меня теперь друзей. Я 100 свадеб отгулял, всех весельем удивлял, но когда же погуляю на своей? Я 100 свадеб отгулял, я влюбленных поздравлял, 100 женатых у меня теперь друзей. Я 100 свадеб отгулял, всех весельем удивлял, но когда же погуляю на своей? А тот козел на ЗАГСе. Один, два, три, четыре, пять. Что-то главное забыли сказать. А? Ну как положено. Совет на любовь. Горько! Певец и композитор Михаил Муромов. Сергей Беров, вот мой сосед. Сергей Беров. Спасибо. Михаил Муромов. В 80-е годы, в преддверии праздника Дня Победы, специально для фондов Всесоюзного радио Советского Союза была записана пронзительная песня композитора Марка Фраткина на стихи поэта Игоря Шоферана. Эта песня называлась «Сестричка». Сегодня мы услышим эту песню в том самом исполнении, что и при рождении этой уникальной песни. На сцене первая исполнительница песни «Сестричка», заслуженная артистка России Галина Улетова. А у рояля Николай Иорданиди. Thank you.
цветы купила, а все припомнить не хватит дня. Мне 18 в ту пору было, мне 18 в ту пору было, сестричкой звали бойцы меня. Сестричкой звали бойцы меня. По именам я всю роту знала, а всех припомнить не хватит дня. Одних успела перевязала, одних успела перевязала, другим закрыла навек глаза, другим закрыла навек глаза. А тот кудрявый, кого любила, я так просила, родной, живи. Не вышло свадьбы, погиб мой милый. Не вышло свадьбы, погиб мой милый. Не получилось о том любви. Не получилось потом любви. Иду с дежурства на электричку, к огню святому цветы снесу. А ночью слышу, зовут сестричку, зовут ребята свою сестричку. И, стиснув зубы, я к ним ползу. И, стиснув зубы, опять спешу. Мне 18 в ту пору было, мне 18 в ту пору было, сестричкой звали бойцы меня, сестричкой звали бойцы. Вы знаете, все, кто сейчас находится за кулисами, слушали это исполнение с дрожью в голосе, с мурашками по телу. Мне кажется, удивительно, что в наши такие непростые времена, когда звучит вокруг очень громкая музыка, такие тихие, такие пронзительные песни, такими громкими аплодисментами принимаются. Заслуженная артистка России Галина Улетова, Николай Иордониди. И сейчас, дорогие друзья, еще одна удивительная, уникальная песня, которая прозвучала в финале телевизионного фестиваля «Песни года» в 1977 году. А в этом выпуске эту песню пела великая русская певица. Удивительная, трогательная, душевная песня. Не случайно она звучит сегодня, потому что сегодня, 12 февраля, у этой певицы был бы день рождения.
Ровно 96 лет назад в тихом городе Смоленска родилась великая Ольга Воронец. Ольга Борисовна очень любила свой родной Смоленск, свой тихий город. Именно так и называется песня, которую она исполняла в песне 77 «Тихие города». Музыка Юрия Саульского, стихи Игоря Шоферана. Поет Татьяна Липовенко. Земля российская, земля огромная, твоим величием душа. Продолжение нашего вечера в исполнении Татьяны Липовенко прозвучит песня из кинофильма «Моя улица». Композитор Евгений Птичкин, стихи Игоря Шоферана. Мы предлагаем, чтобы весь зал сейчас спел вместе с Татьяной Липовенко песню «Ромашки спрятались». Спрятались, поникли лютики, когда
когда застыла я от горьких слов. Зачем вы, девочки, красивых любите? Непостоянная у них любовь. Зачем вы, девочки, красивых любите? Непостоянная у них любовь. Сила решительно, пиджак наброшенный, казаться гордою хватилось сил. Ему сказала я всего хорошего, а он прощения не попросил. Вода холодная в реке реби. Зачем вы, девочки, красивых любите? Одни страдания от той любви. Зачем вы, девочки, красивых любите? Татьяна Липовенко. Татьяна Липовенко. Подожди, еще не все. Спасибо большое, спасибо. Спасибо тебе за твой голос. А вот сейчас прозвучит песня, написанная в поэтическом соавторстве Игоря Шеферана и Михаила Танича. Музыка Яна Френкеля «Что тебе сказать про Сахалин» исполняет заслуженный артист России Сергей Куприк. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил, и я живу у самого восхода. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Над Сахалином низко облака, но я встаю над сопкой с позаранку, показываю солнце рыбакам и шлю его тебе на Якиманку. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза.
краю, где спорят волны и ветра, живут немногословные мужчины, и острова как будто синера. В Россию возвращаются с путины, а почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаберуза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаберуза. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода, прибой мою тельняшку просолил, и я живу у самого восхода. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаберуза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаберуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаберуза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаберуза. Спасибо, спасибо большое. Вообще, конечно, это потрясающе, что у нас есть такие концерты, где мы вспоминаем с вами те песни, которые мы с вами очень-очень любим. И еще одна песня на слова Игоря Шаферана называется «Моряк в развалочку сошел на берег». В развалочку сошел на берег, как будто он открыл 500 Америк, ну не 500, так 5, по крайней мере. И все на свете острова он знал, как дважды два. И пусть проплавал он всего неделю, и Юнга числился на самом деле. Девчонки ахали и все глядели, нам кто-то смотрит всех 17 лет. Ах, море, море, волна под облака. Ах, море, море, не может жить, не может жить без моряка. За Юнгой с тайками бегут ребята, им тоже хочется носить бушлаты, а Юнга держится молодцевато. И на волну глядит с тоской, как старый волк морской, а утром снова он покинет берег, и будут ждать его 500 Америк, ну не 500, так 5, по крайней мере. Материков открытых не в 17 лет. Ах, море, море, волна под облака. Ах, море, море, не может жить, не может жить без моряка. Ведь без мечты покоя нет в 17 лет. Ах, море,
не можем жить без моряка. Ах, море, море, волна под облака. Ах, море, море, не можем жить, не можем жить без моряка. Спасибо. Заслуженный артист России Сергей Куприк. Спасибо за цветы и аплодисменты. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие друзья, Игорь Шафиран родился 13 февраля. И в этом году 90-летие мы будем отмечать завтра, но начинаем отмечать его сегодня в такой замечательной компании артистов. С таким замечательным аккомпанементом этих песен. Я думаю, что в нашем концерте нужно уже начать отмечать день рождения Игоря Шафирана, потому что сейчас небольшой антракт. Вы поняли меня, о чем я. Через 20 минут встретимся. Дорогие друзья, мы начинаем второе отделение концерта, посвященного творчеству выдающегося поэта-песенника Игоря Шафирана. Среди авторов музыки к стихам Игоря Шафирана были ведущие советские композиторы Эдуард Колмановский, Ян Френкель, Евгений Мартынов, Давид Тухманов. Сейчас прозвучит песня композитора Давида Тухманова «Вечная весна», а исполнит ее лауреат премии президента Российской Федерации Сергей Кочемазов. Для тех, кто будет умным голосами, кто видит мир влюбленными глазами, для тех, кто обойти готов полсвета, любимых повторяя имена. Три месяца лета, три месяца дожди сплошным потоком, пускай в узорах белых стекла ока, пускай сбивают с ног порывы ветра, но если сердцу молодость дана, три месяца лета. Вечная весна, так же, как во всех прекрасных песнях поэта Игоря Шафирана. Три месяца лета, три месяца.
примесятся зима и вечная Спасибо. И следующая песня сейчас прозвучит композитора Евгения Мартынова. Песня, которая сейчас даже актуальна, как никогда. Песня называется «Земля цветов». Радуга, и на земле осталась радуга. Таким запомню я тебя, мой край родной, радую. Цветы всегда сердца нам радую, своим дыханием чистым радую, своей доброй красотой. Разные мечты у всех, конечно, разные, и все же самые советные перекликаются мечты. Только бы над миром небо было ясное, над всеми небо было ясное, и на земле росли цветы. Вспомнили же песню? Значит, продолжим петь уже вместе. Все на земле мне этой по сердцу, все на росинке малой по сердцу, что самому себе завидовать готов. Просятся цветы к любимым, сами просятся ко всем хорошим людям, бросятся. Ну что за радость без цветов? Разные мечты у всех, конечно, разные, и все же самые заветные перекликаются мечты. Только бы над миром небо было ясное, над всеми небо было ясное, и на земле росли цветы. Вместе попробуем! Мечты у всех, конечно, разные, и все же самые заветные перекликаются мечты. Только бы над миром небо было ясное, над всеми небо было ясное, и на земле росли цветы. Ну и чтоб уже спели все! Только бы над миром небо было ясное, над всеми небо было ясное, и на земле росли цветы. И на земле росли цветы. Второе отделение нашего Спасибо. Вечера открыл Сергей Кочемазов. Спасибо, спасибо большое.
Знаете, когда мы готовились к этому вечеру, все время не покидала одна и та же мысль, как один и тот же человек мог написать такое огромное количество стихов и на такие разные темы. Понятно, что любой автор всегда повторяет сам себя, это часто случается, но у Игоря Шафирана мы не слышим этих повторений. Каждая песня не похожа на предыдущую, и песня, которая прозвучит сейчас, абсолютно уникальна. Уникальна потому, что ее исполняла великая певица Анна Герман в один из последних приездов в Москву. Она очень дружила с композитором Яном Френкелем, который подарил, показал ей эту песню, и она записала ее в студии «Мелодия» в сопровождении одного лишь рояля. Очень камерная, очень личная, очень проникновенная и пронзительная песня на стихи поэта Игоря Шафирана. Называется она «Снова мамин голос слышу». Эту песню исполнял также и Валерий Ободзинский, и сегодня пускай эта песня прозвучит в память о великих мастерах нашего искусства, о Игоре Шафиране, о Яне Френкеле, о Валерии Ободзинском и, конечно, об Анне Герман. «Снова мамин голос слышу» поет заслуженная артистка России Анна Широченко. Сам второй от угла.
Анна Широченко. Спасибо, Анечка. Спасибо, спасибо большое. А вот следующая песня, которая в 1978 году вышла в финал телевизионного фестиваля «Песня 78», была написана в честь маленькой дочки Анечки Шафиран. Сегодня она еще появится здесь, на этой сцене. Ну, а сейчас знаменитая песня. Композитор Эдуард Ханок. Песенка первоклассника. То ли еще будет. На сцене детский музыкальный театр «Домисольки». Детский музыкальный театр «Домисольки». Я не права, то ли еще будет. Ой-ой-ой. Спасибо вам большое. Спасибо, ребятки. Вот следующая песня.
в 70-80-е годы была очень популярна. Ее пели Олег Ухналев, Валерий Ободзинский. Музыку к этой песне написал Давид Тухманов. А вот на нашем вечере ее исполнит продолжатель творческих и семейных традиций. Поет Сергей Таюшев-младший. Два окна со двора и развесистый клён. Я как будто вчера в первый раз был влюблён. Прибегал я сюда, но звучало в ответ. И не то чтобы да, и не то чтобы нет. И не то чтобы да, и не то, чтобы нет. Мне б черкнуть пару слов, да мешали дела. И другая любовь за собой повела. Но вздохнув иногда, словно слышу в ответ. И не то, чтобы да, и не то, чтобы нет. И не то, чтобы да, и не то, чтобы... Тебе улыбнусь, ни к чему ревновать эту давнюю грусть. Ведь на счастье тогда мне сказали в ответ. И не то чтобы да, и не то чтобы нет. Ведь на счастье тогда мне сказали в ответ. И не то, и не то, чтобы нет. Сергей Таюшев-младший. Спасибо. Спасибо. Хороший продолжатель, да, творческого союза? Молодец. Так. А вот сейчас песня из кинофильма «Веселая планета». Это «Веселая планета». Вот, наверное, многие из вас сейчас попытаются вспомнить, что это за фильм. И не удивлюсь, если немногие вспомнят этот фильм. А вот песню, которая звучала в этом фильме, наверное, знают многие. И мы ее помним и любим до сих пор. Это песня, музыка Давида Тухманова, стихи Игоря Шафирана. «Белый танец» называлась эта песня. А первая исполнительница этой песни, лауреат 4 международных конкурсов, заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Рязанова. Встречайте! Музыка вновь слышна, встал пианист и танец назвал. И на глазах у всех к вам я сейчас иду через зал. Я пригласить хочу на танец вас и только вас. И не случайно этот танец
танец вальс вихрем закружит, белый танец, ох, и услужит, белый танец, если подружит, белый танец нам. Над землей плывет, добрый, как друг, и белый, как снег. Может быть, этот вальс нам предстоит запомнить навек. Я пригласить хочу на танец вас, и только вас. И не случайно этот танец вальс вихрем закружит, белый и услужит, белый танец, если подружит, белый танец нас. Можете телефоны включить, вы веселее. Пригласить хочу на танец вас, и только вас, и не случайно этот танец вальс вихрем закружит, белый танец, ох, и услужит, белый танец, если подружит, белый танец. Та маленькая. И дочка Игоря Шафирана. Та маленькая Анечка, которой была посвящена песня про первоклассников. Светлана Рязанова. Первая и лучшая исполнительница этой песни. Спасибо! Сколько бы и где бы она ее ни пела, всегда огромнейший успех. Светлана Рязанова. Вот в телевизионном фестивале песня 81 следующая песня прозвучала в исполнении Валентины Толкуновой. Песня эта родилась не сразу. Мелодия у композитора Марка Минкова. Эту песню предложили сначала Алле Пугачевой, потом Жанне Рождественской, но зазвучала она в исполнении Валентины Толкуновой. А в нашем вечере одну из лучших песен на стихи Игоря Шафирана исполнит, песня-то называется «Если б не было войны», исполнит ее исполнительница, ой, видите, раз так разволновалась, певица, актриса, победительница телепроекта «Суперстар» Ирина Шведова. Не было войны.
Наверное, я до срока стала старой. Да только в этом нет моей вины. Какой бы мы красивой были парой, мой милый, если б не было войны. Мой милый, если б не было войны. И снова ты протягиваешь руки, зовешь из невозвратной стороны. Уже ходили пешком наши внуки, мой милый. Если бы не было войны, мой милый, если бы не было войны. Никто калитку стуком не тревожит, и глохну я от этой тишины. Ты б старше был, а я была б моложе. Мой милый, если б не было войны, мой милый, если б не было войны. Я хочу вам пожелать, дорогие мои, чтобы над нами всегда было мирное небо, и чтобы наши с вами дети и внуки не знали, что такое выстрелы и что такое страх. Перед зеркалом девчушка лет пяти, перед зеркалом девчушка лет пяти, хохотушка и вертушка лет пяти, корчит рожицы, не хочет отойти. Смотрит в зеркало невеста не спеша, смотрит в зеркало невеста не спеша, хоть и ждут ее давно, а не спеша. Так я это как гляделась хорошо. А время, время не убавляет ход. А время, а время идет себе, идет. И вздохнув печально, женщина прошла. И вздохнув печально, женщина прошла. Задержалась на мгновение и прошла. Да, помоложе раньше были зеркала. Когда успела внучка подрасти, перед зеркалом девчушка лет пяти, хохотушка и вертушка лет пяти, корчит рожицы, не хочет отойти. Время, время не замедляет ход, а время, а время.
девчушка лет пяти. Смотрит в зеркало невеста не спеша, и, вздохнув печально, женщина прошла. И когда успела внучка подрасти, идет, и не задержится ведь ни на минуточку, и не остановить. Идет. Ирина Шведова. Ирина Шведова. Для тебя время не идет. Спасибо большое, спасибо. Вот песня композитора Давида Тухманова на стихи Игоря Шафирана. Наши любимые, как и песня «Белый танец». Они вошли в кинофильм «Это веселая планета» и в репертуар самого любимого ансамбля из Белоруссии – ансамбля «Песняры». А вот в нашем вечере гость из Белоруссии, экс-солист Белорусского государственного ансамбля «Песняры», солист группы «Белая Русь» Андрей Усанов. Thank you.
Андрей Усанов. Спасибо, конечно, спасибо большое. А вот сейчас еще одна песня, которая, я уверена, будет петь весь зал. Эта песня отметила уже свой полувековой юбилей. Заинтриговала? Да. И еще вам скажу, что эта песня написана Игорем Шафераном в соавторстве с Михаилом Таничем. Музыка Оскара Фельдсмана. Песня называется «На тебе сошелся клином белый свет». А исполняет ее финалистка проекта «Голос» Алиса Игнатьева. У рояля Николай Иорданиди. Тебе сошелся клином белый свет. На тебе сошелся клином белый свет. На тебе сошелся клином белый свет. Но пропал за поворотом сонный след. Я могла бы побежать за поворот. Я могла бы побежать за поворот. Я могла бы побежать за поворот. Я могла бы, только гордость не дать. Сто дождей пройдет над миром, сто порож. Сто дождей пройдет над миром, сто порож. Сто дождей пройдет над миром, сто порож. И однажды ты услышишь и придешь. Сколько лет, сколько зим ты тихо скажешь, сколько лет, сколько зим ты тихо скажешь, сколько лет, на тебе сошелся клином белый свет. Сколько зим ты тихо скажешь, сколько лет, на тебе сошелся клином белый свет. Давайте все вместе споем эту прекрасную песню. На тебе сошелся клином, на тебе сошелся клином,
тебе. Но пропал за поворотом санный след. Николай Иорданиди, Алиса Игнатьева. Какой хороший хор у нас, правда, Алиса? Спасибо, спасибо большое. Вот, дорогие друзья, вот совсем недавно еще ожидание письма, написанных рукой, было значительной частью нашей жизни. Живые письма заменяли порой живое общение, вселяя радость, надежды. Иногда наносили сокрушительный удар. А вот сложно сейчас представить себе человека, который ждет письма на особой бумаге, с ароматом духов, с цветком или листком внутри. Да, и сейчас прозвучит редкая песня. Она родилась в 1987 году, и исполнял ее Як Йола. Это песня композитора Владимира Матецкого. «Я жду почтальона». На сцене лауреат фестиваля имени Анны Герман Иван Ильичев. «Я жду почтальона». Я думал, что выветрю грусть, что раны дорога залечит. Но время прошло, а грусть, словно груз, мне давит на плечи. Хотел я забыть о тебе, себя убеждал, что сумею. Но время прошло, и ясно теперь пустая затея. Я жду почтальона, а он не спешит, а он заплутал. Я жду почтальона, как в жизни еще ни разу не ждал. Я жду почтальона, и пусть он руками опять разведет. Надеюсь я, что все равно ответ меня найдет. Все. Наверное, думал о том, что счастье находят нечасто. А если нашли, то нужно вдвоем беречь это счастье. Я жду почтальона, а он не спешит, а он заплутал. Я жду почтальона, жизнь еще ни разу не ждал. Я жду почтальона, и пусть он руками опять разведет. Надеюсь я, что все равно ответ меня найдет. А он не
спеши, а он заплутал. Я жду почтальона, как в жизни еще ни разу не ждал. Я жду почтальона, и пусть он руками опять отведет. Надеюсь я, что все равно ответ меня найдет. Я жду почтальона, а он не спешит, а он заплутал. Я жду почтальона, как в жизни еще ни разу не ждал. Я жду почтальона, и пусть он руками опять разведет. Надеюсь я, что все равно ответ меня найдет. Спасибо, спасибо Игорю Шоферану за эти потрясающие стихи. Иван Ильичев. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, спасибо. Вы знаете, дорогие друзья, я очень мечтал спеть следующую песню. Почтальон. Спасибо. Ты еще будешь петь сейчас? Обязательно. Да? Вместе. А, спасибо. Вместе с залом. Вместе с залом, дорогие друзья. Вы знаете, была мечта спеть именно песню композитора Игоря Якушенко, которая практически никогда не звучала в советское время, но благодаря... Я пошла, да? Можете потанцевать. Нет. Дорогие друзья, замечательная песня композитора Игоря Якушенко на стихи поэта Игоря Шоферана. Давайте поем ее все вместе. Кто хочет танцевать, танцуйте. Называется она «Точно так же». Руки выше, все! Мурый дождь по лужам скачет, всех прохожих торопя. Это значит, я напрасно жду тебя. Неусловно ополчилась и на мне срывает зло. Только что-то вдруг случилось, только что-то вдруг случилось, что-то вдруг произошло. Точно так же, точно так же, ни просвета в небе нет. Точно так же, на стекле дождинок след. Точно так же мокрым станешь, что и только сделаешь шаг. Все как будто точно так же, да не так. Все! Не смеют эти тучи испугать теперь меня. Не стихает дождь, но лучше не бывало в жизни дня. Он для счастья создан просто, как забыть мне день такой. Ты бежишь по перекрестку, ты бежишь по перекрестку, машешь истой рукой. Все! Точно так же, ни света в небе нет. Точно так же, на стекле дождинок след. Точно так же мокрым станешь, что и только сделаешь шаг. Все как будто точно так же, да не так. И поем. Точно так же, ни просвета в небе нет. Точно так же, на стекле дождинок след. Точно так же мокрым станешь, что и только сделаешь шаг. Все как будто,
точно так же, точно так. Все как будто точно так же, точно так. Все как будто точно так же, точно так же, да не так. Спасибо! Руки выше! Спасибо! Мечты сбываются! Спасибо! Ванечка, большое спасибо! 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 Спасибо большое, спасибо! Ну вот, а сейчас, дорогие друзья, вы уже напелись, натанцевались, и я прошу вас продолжать, потому что песни, которые сейчас будут исполнены в особенном представлении, не нуждаются. Так что уверена, что их будет петь весь зал и танцевать, наверное, тоже. На сцене Игорь Наджиев. Спасибо огромное. Ну,
Я не прощаюсь, это еще одна, просто я считаю, бессмертная песня. Не буду даже говорить, как она называется. Первые аккорды, и вы сразу поймете. Маэстро! Сегодняшнего вечера, которых мы под ваши аплодисменты, дорогие друзья, приглашаем на эту сцену. Крошки вперед!
Нет. Музыку пока не надо. Подождите. Пока под аплодисменты выходят участники этого вечера, мы хотим, чтобы на этой сцене появился еще главный человек сегодняшнего праздника песен Игоря Шоферана. Я хочу пригласить на эту сцену Анну Игоревну Шоферан, Анечку Шоферан, дочку этого выдающегося, знаменитого, а главное, абсолютно заслужившего свой успех поэта. Спасибо. Я хочу поблагодарить организаторов этого концерта. Ванечку Ильичева, Алексея Исаакова, всех, кто им помогал, за тот труд, который они внесли. Без них бы этот вечер не состоялся, конечно. Благодарить хочу всех артистов. Низкий вам поклон. Вы пришли в такое трудное время нас поддержать, что очень, конечно, сложно. И очень многие не дошли до нас сегодня по причине болезни. Я хочу передать им скорейшего выздоровления и верю, что в следующий раз они обязательно будут с нами. Мы передаем им наш привет. Конечно, я хочу поблагодарить вас, дорогие наши зрители. Я оптимист по жизни и верю, что добрый зритель в 9-м ряду, конечно, остался, несмотря ни на что. Он был, есть и будет. И я верю, что так и будет всегда. И закончить, вам хочу несколько слов сказать о моем папе. Конечно, для вас он поэт-песенник, чьи песни вы пели, с которыми шли и идете по жизни. Они вам помогают при разных обстоятельствах. Очень часто вы даже не вспоминаете авторов слов и музыки, авторов стихов, но они были бы не в обиде на вас, потому что они писали для людей, они любили людей. И секрет, наверное, какой-то популярности этих песен именно в том, что все они были написаны с любовью для людей. Мой папа – ученик Михаила Аркадьевича Светлова. Он приехал из Одессы в Москву и попал на курс Михаила Светлова. И все, что было с ним потом, он боготворил этого человека до конца жизни. У нас дома до сих пор висит портрет, и вы не поверите, оба портрета папы и Михаила Светлова очень похожи, с одинаковым вообще взглядом, таким прищуром. И всю жизнь мой папа оценивал все свои стихи, все свои рифмы, думая, как бы на это отреагировал Михаил Светлов. Он никогда не опускался до какого-то неправильного. Он всегда доводил все вот прямо, что должно быть очень чисто. Это было его кредо такое по жизни. И закончить я хочу словами, четверостишим из песни моего папы. В самый трудный час говорю, держись. Говорю, держись не напрасно, как слова барометра, наша жизнь. Было пасмурно, будет ясно. Спасибо вам! Ну а мы, дорогие друзья, желаем счастья вам! Где кружится снег шальной, где моря горят крутой волной, где подолгу добрую ждем порой мы весь. Чтобы было легче в трудный час, Божьим будто каждому из нас, Божьим верить каждому, знать, что счастье есть. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам.
пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким. Когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим. Свет в зале дайте, пожалуйста. Где ветра покоя нет, где бывает облачным рассвет, где в дороге дальней нам часто снится дом. Нужно и грозу, и снегопад, чтобы чей-то очень добрый взгляд, чей-то очень добрый взгляд согревал зимой. А теперь весь зал поет! Мы желаем счастья вам, счастье в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастье поделись другим. Счастья вам, счастье в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастье поделись другим. Мы желаем счастья вам, мы желаем счастья вам, мы желаем счастья вам. Счастья вам! Спасибо большое, дорогие друзья. До всего новых встреч. Всего вам самого, спасибо, самого хорошего. Храни вас Бог. Будьте до счастливы. Свидания! Спасибо! До новых встреч, дорогие друзья! Спасибо!